Приветище, это Суицид Гай, и мы продолжаем здесь самоубиваться, чтобы проснуться и спасти наше пиво. Хотя, по-моему, оно уже разбилось, да? Летя с дивана, оно бы обязательно разбилось. Ну что ж, кстати, очень много комментариев было под прошлым видео о том, что я играл в эту игру, но нет, ты ошибаешься. Я не играл в эту игру ни разу. Более того, у этой игры есть два продолжения. Одно просто дополнение, а другое как VR-игра. И в VR-игру мы тоже поиграем. И, кстати, я в пиле наконец-то там нашел статуэтку. Ну, короче, хватит болтовни, мы переходим к следующему сну. Ого, это ж телепорт пушка из портала. Фига себе. Ну ладно, погнали. Ё-моё, я в портале оказался. Смотри, статуэтка. Сразу ее заберем. Офигеть. Нам придется здесь как-то выбираться, да? Я могу ее взять? Да, я взял телепорт пушку. Отлично! У нас есть один портал, я могу туда залезть? Нет, к сожалению, не могу. Давай сделаем еще один. Чума. Я прыгаю сюда, вылазю здесь. Круто, прям настоящий портал. Словно вернулся в Half-Life. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно как-то убиться, не понял, почему в лампу пролетает мой портал. Странно, очень страшно. Так, а что если я сделаю вот так вот? Стреляю в пол, а потом в потолок. Я должен... Ага. О, это была плохая идея, да? Очень плохая. О, иди сюда. Прикинь, Маффан не может упасть в портал. Что за фигня? Не, я так не играю. Ладно. Что нам нужно здесь сделать? Как нам отсюда сбежать? И убиться. Есть, конечно, у меня одна идейка, но не факт, что она сработает. Вначале нам нужно разогнаться. Блин, так не получилось. Я просто думал, что я сейчас выстрелю в стену и вылечу на скорости в другую стену и убьюсь в нее. Смотри, как я сделал портал. И там какая-то лава течет, что ли? Обалдеть, надо туда как-то попасть. Как мне туда попасть? Ну-ка, попробуем зайти. Блин, не получается, все равно. Короче, я нашел два метода, как тут самоубиться. Ну, первый вариант, это, конечно же, было очевидно. Это разогнаться все-таки. И... Воу-воу-воу-воу-воу. Ой, господи. Вот так вот сделать, короче. Ну, ты понял, да? А другой вариант, это все-таки свалиться в эту лаву. Я каким-то макаром смог открыть два портала рядышком. Абсолютно... О, смотри, во-во. Видал? Я не знаю, как это происходит. Но убийца тоже таким макаром можно. В общем, два метода мы нашли, и это здорово. Идем в следующий сон. Следующий сон у нас, похоже, Марио какой-то будет. Действительно, Марио. Обалдеть. Марио тайм. Кубик. Дай мне грибы. Почему с этого кубика не выбивается гриб? Могу я... А, я этот кубик могу свистнуть. Все понятно. Я могу его поставить сюда... Так не знаю как. Нет, так точно не пойдет. Давай спустимся с ним сюда. Поставим его сюда. Вот. Во. Единственная проблема, что он мне нужен, чтобы подняться здесь. Его нужно как-то оттуда поднять. Поставил его таким макаром. Попробуем залезть. Ну же, давай, я верю в тебя. Жирный ты пузан. Давай, ты залезешь, я верю. Чуть пониже поставим. Вот. И мне кажется, таким макаром я смогу его забрать. Отлично, забрали. Здорово. Лезем еще выше. Отлично, мы здесь. Заберем квадратик на всякий пожарный, мало ли пригодится. Ух ты ж, нифига себе, а он по-любому пригодится. Так, так, так. Походу мне теперь нужно каким-то образом залезть вот сюда. И перепрыгнуть. О, нифига себе, вот тут я подпрыгнул. Офигенно. Я на краю карты. Пойдем искать статуэтку. А, вон она, статуэтка, смотри-ка. Вон она. Сейчас мы залезем. За ней. Блин, обалденно, я на краю карты. О, яичко. Яйцо. Пойдем схватим. Прикольно. Что оно нам даст? Яичко. Достижение просто дало. Я думал, тут будет дракончик какой-нибудь, я на нем покатаюсь. Ага. Размечтался. Так, значит, запрыгиваем вот сюда. А, нет, так не получится. Возьмем кубик. И вот с кубиком 100%. Все, вот она наша статуэтка. Шикардос. Теперь у меня два кубика, смотри. Круто, ну круто, конечно же. Значит, тактика у нас такая же. Залазим наверх, вот таким вот образом. Оббегаем все это дело. Конечно же, смотрим по сторонам, может еще что интересного встретим.
Вот так вот бежим, бежим, бежим. И спокойненько там вот можно красную кнопочку нажать, вон ту. По всей видимости, она откроет ворота. Что тут еще у нас? Там какая-то слизь валяется. Ладно, в принципе, тут ничего интересного. Давай все это обойдем. Итак, мы все обошли. Мы круты. Опа. Попал в какую-то тюрягу. Тут что-то есть, смотри-ка. Для чего у меня этот кубик? Короче, неважно, для чего мне этот кубик, я его все равно свистнул. Я знаю, что я сейчас прыгну в эту трубу. А, вот мне кубик и понадобится, чтобы запрыгнуть в эту трубу. Опа! Что-то он меня не поднимает, этот ветер. Я слишком толстый, что ли? Надо упасть? Давай, падай. Оп, оп. Что-то не то, слушай. Что-то не то конкретно. Надо с высоты упасть, по всей видимости. Либо кубик сюда поставить. А? Вот так. Не, нифига. Грибочек, смотри, грибочек. Я могу его съесть? Грибочек, иди сюда. Я тебя хочу сожрать. Нет, грибы не едятся. К сожалению. Нажмем кнопку, откроется решетка. Понятно. Значит, есть тут еще одна труба. Вот эта вот. Прям стрелочка на нее указывает. Надо будет в нее запрыгнуть. Если я смогу, конечно. И она куда-то нас доставит. Опа. А, во! Вот и выход. Но нужен кубик. И не один. Три кубика. Ух, ёк-макарёк. Ладно, выбираемся отсюда и тащим сюда три кубика. Все оказалось не так-то просто. Короче, вот кубик. И вот кубик. Полезли вначале за этим. Отлично, мы залезли за этим кубиком и хочу посмотреть, что это за слизь. Упс. А, это кепка. Кепка Луиджи была. Интересно, я могу ее одеть? Подожди-ка. Кепочка. Нет, я не могу ее даже взять. Ну хорошо, один кубик мы взяли. Идем доставать второй. Что у нас тут? Скорее всего, чтобы достать вот этот кубик, нам понадобится тот кубик. Зря я его утащил. Ну, значит, тактика проста. Ставим вот так вот кубик. Залазим на него. Ага, все получилось. Классно. Два кубика у нас в кармане. Третий кубик на всякий пожарный тоже забираем. Ну все, три кубика здесь, как и нарисовано тут. Попробуем теперь все поставить грамотно, чтобы я смог залезть. Может быть, я и с одним кубиком управлюсь, а? Как ты думаешь? Нет, слишком высоко. Слушай, что если я сделаю чуть повыше? Этот кубик подпрыгнем, поставим. И вот с такого макара, в принципе, можно и залезть из двух, вроде бы как. И третий не нужен. О, ты посмотри, я гений. Прыгаем. Оу! Да, это было очень щекотно. А следующий у нас, вон там что это? Маяк? Тут бургер есть, может сожрать. О, да. Ладно, погнали на маяк. Ух ты! Статуэтка сразу же тут. Отлично. Может, мне тут понадобится спрыгнуть с маяка? Хотя это будет слишком просто. Уверен, что тут что-то сложное. Моби Дак. Ага, выключим музло. У нас тут не романтик. Опа, лампочка выпала. Может, пригодится, кстати. Наверное, вставить ее в маяк надо. Да? Чисто случайно выпало. О, маяк заработал. Надо что-то посветить. Я буду, походу, топить ледники. Смотри, ледник плавает. Дай попробуем покрутить все это. Я же могу. Вот, крутим, крутим. На ледник. Не, нифига, до ледника не достает. Хотя... Хотя, что это такое? Ледник утонул? Наверное, он все-таки растопился, а не утонул. Так, хорошо. Дальше. На вон ту яхту небольшую. Точнее, это не яхта, это лодка. Яхта-то она обычно с девчулями. Не, лодки пофиг. Ну хорошо. Давай на другой ледник. Он там вдалеке. Не, нифига. Нифига. Вот с другой стороны еще один большой есть. Давай. Кстати, с этого маяка нету выхода. Тут даже спуска нету, обалдеть. Значит, вот так вот. Отлично, еще один потопился. Ух ты ж, нифига себе. Это не льдина, это кит. Чтоб меня. Я-то думал. Давай ему в глаза прям посветим, он психанет и разобьет все это дело. Так, я посветил. Круто, да, какой он здоровый. Ну что, ты прыгнешь? Мы, короче, мешаем ему спать, и он сейчас взбесится и как выпрыгнет на наш маяк. И сожрет, и сломает его. Китяра. Китяра, ты где? Мне страшно. Ну, а, вон он, смотри, смотри, смотри. Ух ты, вот это сейчас будет мощно. Бабах, да? Ой, что-то как-то слабенько, слушай. Я падать-то буду, нет? Музло включись. Мне страшно. Так, ну ничего не произошло, слушай.
Я не упал. А еще разок ты меня ударишь, Китяо? Китяо, ты где? Вот он, смотри, смотри, смотри. Ух, ёкарный, сейчас меня накроет. Какие глаза! Ты видишь меня, да? Я тоже тебя вижу. А, давай посветим ему прямо в глаз. Прямо в глаз надо посветить. А, маяк сдох. Блин. Что же делать, что же делать? Все, я понял. Сейчас возьмем лампочку. Втыкаем ее. И вот так ему прямо в глаз. Вот сейчас он точно психанет. Какой у него рот здоровенный, да? Теперь вместо маяка я буду лампочкой светить, вот так вот ходить. Где ты лезешь? О-о-о, смотри, смотри, смотри. Оу, прямо пастью. Да, это было шикарно. Маяк, конечно, это романтика. А я, кстати, статуэтку... Да, я статуэтку там забрал, есть статуэтка. Вот она. Теперь у нас... Что это, Майнкрафт, что ли, какой-то? Какой-то замок? Ладно, погнали. Ух, ёкарный. Нам надо залезть на самый верх и прыгнуть вон с того трамплина, по всей видимости, прямо сюда. Но я думаю, это будет несложно, да? Просто подняться наверх. Хотя, учитывая, какой высоты этот замок, я думаю, что это будет сложно. Двери открываются? Нет, они не открываются. Надо постучать, может? Откройте! Блин. Нужно еще как-то пробраться в этот замок. Где тут проходит? А, вот, смотри, ящик есть. Отлично. Все понятно. Катим его сюда. Вот так, взбираемся. И можно считать, что мы уже внутри. Ой-ой-ой, паркур. Ну и че, погнали. Красота. Даже со своим пузом я управляюсь как надо. Можно сказать, что мое пузо — это третья нога. Оно мне помогает. Еще один ящичек фиолетовый. Не понял только зачем он. Простыня белая, господи. Так, вон оно что. Скорее всего, сюда мне нужен этот ящик. А как мне его туда поднять? Может быть, он легкий? Да, он легкий. Ништяк. Сейчас я туда допрыгаю. Оп. Ставим его сюда. Ага. Что здесь снова закрыто? Ну ладно, тут есть проходик другой. Колонны, которые, по всей видимости, я могу двигать. Даже? Да, могу двигать. Так, нужно их грамотно распределить. Короче, получилось как-то вот так. Давай пробовать. Ну, момент истины. Погнали. Все пока легко, все хорошо. О, тихо. Ой, ты... спокойненько. Фух, пузо спасло. А, блин, вот здесь все-таки надо было ставить. Да, черт, черт возьми. Так, хорошо. Значит, один берем, тащим сюда. Сейчас все проверим. Не, ну в принципе тут расстояние сверху достаточно, да, чтобы запрыгнуть. Ага. Вот. Отлично. Просто мастерский подход. Мы прошли. Ух, какой тут эхо стрёмненький. Ну тут все понятно. Нам нужно забраться снова наверх. Все выше и выше, только вверх. Фраза Базз Лайтера. Тут, видимо, мне нужно залезть вот сюда. Но тут стекло. Надеюсь, оно не разобьет. А, это не стекло, нифига. Вот это меня глюкануло. Попыточка номер два. Просто бежим спокойненько. И надеемся, что эти доски от нашего веса не обломаются. Так, а куда дальше-то? Как я тут мог не увидеть вот это помещение? Оно такое маленькое. Я думал, что я туда даже не пролезу. Развилочка. В какую сторону? Можно туда пойти, а можно прямо. Давай прямо сходим вначале. Опа, статуэтка. Хорошо, что я сюда слазил, слушай. Значит, теперь идем налево. Ух, ура, можно будет разогнуться сейчас. Высокие потолки. Да, разомнем свои кости. А вот, кстати, и щель намекает, что мы скоро выберемся отсюда. Так, 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 так. Ой, блин, снова лазейки. Ну что ж такое-то? День паркур какой-то сегодня. Все, мы наверху. Все казалось довольно просто. Это выход. Финалочка. Я сейчас тут все проверю. Вроде тайничков тут нету, все хорошо. Ну что, прыгаем прямо на крестик, да? Ух, господи, как высоко-то. Ого. Просто нужно ступнуть одной ножкой вперед. Даже два шага. Три. Падаем. Вау. Это было классно. Ощущение полета такое. Так, клавиатура. 10-й уровень. Ну что, погнали.
Ё-моё, я в офисе. О, город. Город моей мечты. Окошко есть, но оно почему-то... А, ну выпрыгнуть я все равно не смогу. Но что-то с окном я сделать могу. Открыть и закрыть. А, нет, вот открыть я его уже не могу. Странно. А разбить? Нет, разбить тоже не могу. А если возьму цветок? Цветок не берется. О, я знаю, что взять можно. Можно взять вот эту штуку музыкальную. Да. Выключим ее тогда. Телефон? Телефон. Какой телефон звонит? Вот это, да? Но я не могу его взять. Ответить на него. Давай его тогда скинем как-нибудь. Со стола. Давай же, скидывайся. Да что такое-то, офис долбанный. Наконец-то. Пойдем искать, а что бы самоубийца? Кондиционер. Пожарная сирена есть у нас на потолке. То есть сгореть мне точно никто не даст. О! О-о-о, статуэтка. Дверка. Закрыта. Никак. Здесь еще одна дверка. Тоже закрыта. И что делать будем? Надо что-то поджечь. По-любому поджечь. Потом, короче, надо, чтобы сработала пожарная сигнализация. И это помещение затопило. И я просто утону. Наверное, подход такой. Прикинь, тут, короче, один единственный компьютер. И он стоит только здесь. Я что-то могу с ним делать. Так. Ага. Если я тебя куда-нибудь кину... А он не кидается, он просто ставится. Что ж мне тогда с тобой сделать-то? Если возьму клавиатуру... Могу взять клавиатуру? О, что-то напечатал. Ой, что-то загорелось. О! Сработала пожарка. Но этого маловато. Вода быстро утекла. Так, а если я еще раз напечатаю? Много раз буду печатать. Ну, что-то как-то маловато, да? Вода постоянно куда-то уходит. Но куда? Окно же закрыто. Странно. Очень странно. Тут есть еще что-то. Что это? А, это системный блок. Коробку, чтобы лучше горело. Если это, конечно, поможет. Давай попробуем. Ошибка. Что-то как-то вообще тухло. А-а-а. Горит-то системный блок. Его нужно поднять повыше. Да так повыше, чтобы его не затопило. Во! Я думаю, что теперь будет все ок. Печатаем. Он сейчас загорится. И нас топит, топит, топит. А он горит, горит, горит. И отлично, и отлично. А вода поднимается, нет? Я что-то не вижу, чтобы она поднималась. Что за фигня? Почему не поднимается вода? А-а-а, смотри, вот тут есть дырка, в которую вода уходит. Чем бы заткнуть, чем бы заткнуть? Как насчет принтера? Упс, системник упал случайно. Не умею я таскать вещи. Так, принтер, ты идешь сюда ко мне. Вот так вот затыкаем. И я думаю, что будет огонь. Ну-ка, попыточка номер 99. Так, так, так. Еще разочек, системник переставил в ту сторону. Там водичка на него не попадает. О-о-о, смотри, вот это хорошо, очень хорошо. Все, мы утопились в офисе. Это просто вообще нереально, чтобы ты мог утонуть в офисе. Но я это сделал. Тем более это сон был. Хо-хо-хо. Так, пойдем посмотрим, что у нас в 11-м. В 11-м у нас что-то с яйцом связано. Ё-моё, парк юрского периода. Че, меня сейчас динозавры будут жрать? Смотри, какой он крутой, а. Я бы ему носик погладил. Боюсь, только он мне руку откусит. Да в целом он меня откусит. Полость сожрет. А, он на яйцо смотрит. Яичко хочешь, да? Музло отключим. Хотя нет, пусть играет. Так интереснее. Так, значит, открываем яйцо. А-а-а. Я понял. Мы можем яйцо жарить. Но для... И можем в микроволновке пожарить, да? Нифига себе. Мы сейчас будем ставить эксперименты над яйцом. И можем вот так вот на печи пожарить. У-ху-ху-ху. Круто. Сперва нам нужно его как-то достать оттуда. Как мы это сделаем? Либо просто разбить эту капсулу. Давай попробуем. О! Сработало. Динозаврик уже на панике. Давай-ка проверим его реакцию. Будет ли он на нас смотреть? А он смотрит. Так, значит... Вначале мы поставим сюда. Я просто изверг вообще. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, яичко. Яичко, тихо. Накаляем его. Вот. Ой, да красна прям. Ты видишь, что творится с твоим яйцом?
Так, значит, теперь поставим микроволновочку. Ого. Омлетик будет хороший, большой. Ну как тебе? Да. Что-то слабенько, конечно, микроволновочка. Вот здесь вот все должно получиться. Врубаем. Ну, как-то так себе. Я понял. Пока лазеры. Все, я въехал. Я въехал. Короче, смотри, ставим сюда. Врубаем. Как только он начинает краснеть, вот он начал краснеть, я беру его, ставлю сюда, нажимаю кнопку. И... О-о-о, уже краснее. Ставим сюда, закрываем. Ну же, еще сильнее, давай, есть, треснуло. Треснуло яичко. Так, и что там? Яишенка. Хочешь яишенку? Смотри, какая вкуснятина. Ну чё? Что-то он вообще ноль реакции, слушай, никак не реагирует. Скорлупочка. Нет, ему нужно поближе поднести, наверное. Приятного аппетита. Вот ваше. Да что такое? Почему? Вот, смотри, как оно болтается. Почему туда-то смотришь? Да блин, может еще его в микроволновку положить? Нет, это, по-моему, бесполезняк. А, скорее всего, мне нужно его съесть перед ним. Давай. О! Да, такого во сне у меня еще никогда не было, когда меня жрали динозавры. Ну что, я думаю, что пора остановиться, мы уже сделали 5-6 снов. В общем, чтобы увидеть продолжение, ты должен поставить лайк и подписаться на канал. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.